Я решил сделать это видео как анонс, значит, будущему развитию канала, что там у нас будет на канале нового. Вот, и хотел, наверное, сделать акцент на том, что по-прежнему будут появляться у нас гайды, вводы по World of Tanks. Это однозначно. В каком количестве, ну, не могу сказать точно, но они будут появляться регулярно, вот, из имеющихся на данный момент уже прокачанных танков, и те, которые были раньше, которые еще будут, в общем, это будет добавляться тема и пополняться. Далее будет у нас развиваться интенсивная тематика Call of Duty Modern Warfare, да, возможно, это будет уже не просто Modern Warfare, вот это тематика Ghosts, то есть последней части Call of Duty. Вот, естественно, с мультиплеерными боями. Скорее всего, что это будет в скорейшем времени уже на канале добавлено. Что касается World of Warplanes, будут также появляться гайды, но, наверное, в меньшем количестве, значительно, чем World of Tanks. А вот по ряду причин. Первая причина, мне просто банально не хватает времени и тем заниматься. Вот. И опять же, из этого исходит причина, что я просто не успеваю там прокачивать достаточное количество техники, чтобы что-то новое там рассказывать. Вот. Далее у нас будет также, наверное, поддержится тематика Company of Heroes 2. Пока что это будут бои офлайн с компьютером, то есть там Шелькроттерберг, Блицкриг, это за немцев, да, вот, наступление там на Ленинград, в общем, прочее, короче, миссии, которые присутствуют, соответственно, за каждую из сторон, соответственно, да, за советскую сторону там свои, там, Припять, да, там, значит, ну и прочее, я уже не помню там все эти названия. Битва за Минск, да, и вот такие вот, вот эта тематика тоже будет развиваться. Потом, вероятно, я сделаю про полное прохождение Company of Heroes. В общем, оно, собственно говоря, намного проще, чем непосредственно бои против искусственного интеллекта, особенно на самой высокой сложности, в генерале там просто вообще ужасно сложно, особенно некоторые уровни. Вот некоторые не слишком сложные, некоторые просто очень сложные. Вот, поэтому эта тематика тоже будет дальше развиваться. Также будут иногда появляться у нас летсплеи по Warhammer 40 000 Dawn of War 2. Вот там, скорее всего, будет посвящено финальной миссии, это битва с демоном Кирой за различные расы, там космодесант, хаос, орки, эльфы, то есть эльдары, да, и, соответственно, там за тараканов этих. Значит, что еще? Также, возможно, в будущем появится тематика прохождение олдскульной стратегии, классики, супер популярной в свое время, это World in Conflict. И, может быть, еще будут какие-то прохождения потом walkthrough по различным современным проектам, типа Castlevania, да, вот, Darksiders и тому подобное. Возможно, также это будет на нашем канале. Собственно говоря, будем смотреть по ситуации, что там будет, как там дальше. Если у вас есть желание, если вам нравится этот канал, если вы хотите его поддержать, вот, я позже добавлю там ссылки на кошельки WebMoney, да, куда можно перечислить средства. Вот, если у вас есть это желание, ну, пожалуйста, перечисляйте. Если нет, никого не заставляю, как бы, независимо от того, даже если там не будет никакого финансирования, даже если это все на чистом альтруизме будет работать без каких-то там денег, я все равно буду заниматься этим каналом, далее его развивать, вот, независимо от того, что
какой будет финансовая ситуация. Так что, если у вас есть желание, можете перечислять средства. Нет, ну, на здоровье. И что еще касается, значит, World of Tanks, да, скоро у нас там появляется 9-й патч, это будет усиление моделей непосредственно, то есть повышение полигональности моделей. Вот, танки будут выглядеть более, скажем, сочно, так более плотно. Конечно, это немного повысит нагрузку на компьютеры пользователей. Но, в общем, в целом выглядеть все будет красивее. Может быть, вскоре я быстренько сделаю короткий обзор по тесту, да, 0.9.0. И что еще интересное, там появятся это исторические бои, да. Вот это будет, наверное, самое-самое интересное. Наверное, тоже будет отдельная тематика по историческим боям. Вот. Вот такие вот вкратце планы. Так что, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, да, подписывайтесь на канал, бла-бла-бла, все такое. В общем, до новых встреч, пока.